Снова с вами я, Елена, и мне также до сих пор 12 лет. Так, что у тебя получается лучше всего и чем ты гордишься? В предыдущем интервью я говорила, что у меня ничего так особенно хорошо не получается. Не может этого быть. А какая твоя любимая игрушка или игра? Почему? У меня есть любимая игрушка. Это маленький щеночек. Мне подарили его еще очень давно, ему также 12 лет, как и мне. Его зовут Цукат. А что он делает, этот Цукат? Прыгает? Просто мягкая плюшевая игрушка. А, классно. Хорошо. Какие переживания ты бы исполнила, если бы была волшебницей? Желания, да? Угу. Желания своих друзей и близких. Ну, ты волшебница. А вот что тебе дороже всего в жизни? Почему? Дороже всего в жизни – это семья. А у меня бывают, конечно, разногласия там, но все равно я их очень сильно люблю. Супер. Какой год тебе больше всего нравится? Год? Да. Время года. Садится. А, время года. Я очень сильно люблю садиться. Потому что там много снега, и мне очень нравится эта белоснежная красавица. Какой твой любимый цвет и почему? Мой любимый цвет – это цвет хаки. Это цвет моей толстовки. Нравится мне почему? Ну, потому что у меня глаза под цвет хаки.